Буэнос-Айрес, ребяточки! Сегодня хочу вам представить наш новый сериальчик. Я знаю, вы такую телегу любите. Это будет аквариум 2500 на 750-750 из пятнашки с сампом, с рыбками. Вот, я думаю, что да, у нас получится довести это дело прямо до рыбок. Вот, не всегда удается записать. По пути, поскольку у нас инновационный центр наш не стоит на месте, мы все время придумаем какие-то штучки-дрючки, мы вам расскажем пару трюков, надеюсь, которых вы не знаете, и надеюсь, что вы подчеркнете для себя что-то новое. Так, сегодня у нас первый этап. Мы наклеиваем пленку на заднее стекло на фон, выставляем стекла и будем ждать неделю примерно, пока стекла своей массой продавят подложки, там, каркасы и так далее. Вот так это происходит, то есть положили, помыли стекло, обязательно помыли полы, чтобы нигде не было там никакой пыли. И прямо по стеклу вырезали пленку с запасами по 2 сантиметра по периметру. Вот, ребяточки, первый этап. Вадим моет стекло сейчас. Здесь очень важно не насыпать перхоти. Если у вас есть животные, чтобы не насыпать животных сюда. Потому что это все, любая крошечная пылинка будет видна под пленкой. Так вот, ребяточки, мы сегодня поработали. Первый этап у нас закончился. Наклеили мы нарядненько пленку, выставили стекла. Пару советов вам дам, как обычно, интересненьких. Сзади, вот я упустил, к сожалению, показал сзади, к раме пристегните, если у вас там остался какой-то зазор, щель, пристегните какую-нибудь палку, чтобы когда вы будете ставить туда заднее стекло, чтобы оно у вас не проскочило туда, да, или, соответственно, когда переднее ты ставишь, можно стекла все сдвинуть, то есть сзади сделайте какие-то упорчики, вот. Как обычно, следите за швами. Вот здесь на пятнашке тоже такой распространенный вопрос. Здесь на пятнашке у нас швы самые мелкие 3, наверное, самый большой, там до 4 доходят на дне, да, потому что стекла могут быть там ромбиками, прямоугольчиками и так далее. Вот. И что касается вопросов. В прошлый раз у нас с вами получилась обалденно крутая телега, когда вот в этом видосе в комментариях вы мне оставляли вопросы свои, да, ну типа как бодрость духа там и вот эти все, что вы любите. А в следующем видосе я вам на них отвечал. Вот, предлагаю продолжить. Если у вас есть какие-то интересные вопросики, пишите. Вот, в следующий раз я прям открою ноут и по порядку все отвечу. У нас будет такой лайв-стрим. Вот. Если вам понравился видос, вы нашли что-то полезное, ставьте лайк, обязательно пишите коммент. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видосе. Чао, какао. Ух ты, блядь, какой мощный, а! Пиздец. Ладно. Буэнос-Айрес, ребяточки. No fica no ship.